лет, словно 40 дней, будто не было их совсем. Я снова среди друзей, только жаль, что пришли не все. Кто не знал или не сумел, а кого-то свалил недуг, кто-то просто не захотел. Это тоже бывает, друг. Сорок лет, словно 40 дней, есть что вспомнить, кого помянуть. Длинен список моих друзей, тех, кого уже не вернуть. Тех, кто сердце свое порвал, отдавая себя другим. Кто упал или не добрал, превратившись в огонь и дым. Они тоже с нами сейчас, в нашей памяти и сердцах. Может, даже глядят на нас, притулившись на небесах. Сорок лет — это долгий срок, это большая часть пути, это жизни обратный склон, его тоже нужно пройти. Не согнуться бы, не упасть, раньше времени не сгореть, мне бы внуков в небо поднять, да на правнуков посмотреть. Я не жалуюсь на судьбу, был я счастлив и видел свет. А зачем на земле живу, до сих пор не нашел ответ. 40 лет, словно 40 дней, самых лучших и ярких лет. Дом построил, взрастил сыновей, может, это и есть ответ. Александр Макогон в этом зале, автор сезона.